тебе, Боже наш, слава тебе! В Самаре у людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, есть возможность получить не только телесную пищу, но и духовную. Для них всегда открыты двери епархиальной Елизаветы Варваринского сестричества. Два раза в неделю сестры милосердия кормят бездомных. Присоединиться к ним может любой желающий. Сегодня акция прошла на улице Ташкентской. Пожалуйста, приезжайте, участвуйте, можете привозить продукты, вещи, все что угодно. Видели, да, здесь как много бездомных, они полуголые, босые приходят по-разному. Если люди в обмороке падают с голоду, неделями не едят. Вот у нас есть кто помогает, волонтеры, транспортом, то есть доставка. Нам это очень необходимо. Если у кого-то есть такая возможность доставку нам, допустим, помогать по доставке, пожалуйста. Помочь бездомным решили и сотрудники Центра управления регионом. Своим примером они хотят вдохновить других. Мы привезли теплые вещи. Это шапки, варежки, теплые кофты, встречаются и куртки. В общем, все то, что сейчас, да, в начале холодного сезона, может пригодиться людям, которые особо в этой одежде нуждаются. Мы бросили клич внутри нашего центра управления регионом. Сказали, что давайте, ребята, сделаем такую благотворительную акцию. И, собственно, все откликнулись, у кого что было. У всех у нас есть вещи, да, которые мы когда-то носили, которые сейчас не носим, но готовы их отдать тем, кто нуждается. Нина Евдокимова оказалась на улице после того, как продала свою квартиру. Говорит, родственники забрали у нее все деньги и пытались поместить в больницу для душевнобольных. Эти люди помогают нам и духовно, и материально. Мы очень довольны ими. Нас кормят горячим обедом. Готовят очень вкусно, просто, но сытно. В приготовлении пищи принимают участие сестры милосердия и волонтеры. В рационе питания первое, второе и компот. Некоторые из добровольцев пекут пироги. Максим Магомедов, Сергей Баскин, события.